например, все, и бар работал, и магазин, и все, и дети. У меня внучка в садик веду, она кричит, говорит, меня в школу веди, я в садик уже все знаю. Все работало в клубе танцы, она говорит, поведи меня танцы, я танцевать хочу. Жили нормально, спокойно. Не зря называют «золотые пески». Регулярно. Да, к сожалению, как и весь населенный пункт. Реально бои здесь были серьезные. Это видно по разоружениям, по всему. Сейчас напоминание о этих днях. Ну, вот действительно, рукописи не горят. Все выгорело, книги остались. Не все сразу уехали, когда началось артобстрел. Некоторые люди решили переждать 2-3 дня, спустились здесь и некоторое время жили здесь. Но когда уже видели, что не прекращается, уже выехали. Рассказывали, что те, кто здесь жили в подвалах, что некоторые даже на этой здоровье подорвали себе. Один мужчина умер. В сырости постоянно. У нас тут осталось, наверное, 10. Краски не было. Угу. Везде же должно быть, ну как, вот живут доброе люди. Здравствуйте. А там написано, вон еще остатки есть. Здесь живут люди и кот Мурко. Это нет. Соседский кот, это да. Пузя. Не люблю я войну, это что-то страшное. Особенно когда и пацанов мне жалко. Ну, не ж, ну, это ж как мои вот сыновья, внуки, да, ну, по возрасту так получается. И когда вот это слышишь, что вот, ну, я ж его вроде как вот знал, видел, да, его нету уже. Я 8 раз попала под минометный обстрел, вот. А пули летали так, и горят дома, горит все, вот. Мы находились, я в своем доме находилась, но я ж баба рискованная. У меня там были утки, вот, соседи сказали, присматривай. А где-то мертвая зона, там было поле пшеницы, и оно сгорело, а колоски остались. Ну, я брала грабли и уходила туда, и начинала собирать, чтобы прокормить эту птицу. Вот. Ну, меня там кричали, уходи, приходил капитан. Вот, а я ж согнувши хожу, а там с краю был подсолнух и кукуруза. Ну, я залезу туда, и он меня не найдет, пока я не нарву вот это все. Заселили сюда, в 45-й дом, и мы сейчас там живем. Кухоньку, летнюю кухоньку дали нам. Ну, есть, говорит, крыша над головой есть, но как бахнет то с той стороны, то с той стороны, то с той стороны. Взять свет, сразу свечку тушу, вот, и пока затихнет. Я потом зажигаю тогда уже так. Потом после не могу уснуть, сил моих уже не хватает, нигде ничего. Ну, слава Богу, мы живем потихонечку, потихонечку, потихонечку.
откуда, с какой стороны. И там, и там, и там, везде, со всех сторон. Я уже больше не могу. Иногда бывает так, что так думаю, ну все, я не выдержу. Сорвусь, я не выдержу. Но Господь меня поддерживает и не дает мне упасть. В той войны отца убили, и меня, говорит, толкали куда, кому хотелось, там толкаю, кого отцы их защищали, а мне пришлось пробивать дорогу самой и учиться, и все делать самой, понимаешь, как это тяжело, если бы ты знала, что, говорит, ни денег, нигде ничего никакого, а ты думаешь, этим сиротам лучше будет? Нет, им не лучше будет, им сразу с отцами будет лучше тогда, когда будет рядом отец. И рядом возле матери сын будет, и возле отца. И, говорит, муж будет вот возле, говорит, своей жены. Вот это самое главное. Ничто не заменит их, ни деньги, ничего не заменит. Деньги – это прах, понимаешь, все пройдет. Если вы поможете, конечно, и покажете всю правду, которая тут есть. Вот сейчас опять не то, что как было раньше, конечно, намного меньше. Вот в августе, да, уже начали стрелять. Но иногда такие бахи, что я не знаю, я еще ничего, а уже нервная система не очень. Она подпрыгивает, а потом, ну как... Ну, неожиданный вот такой вот удар. То среди ночи, то вечером. Он даже курицу зарубал. И вот так вот топор бах. А у меня внутри все сжалось. В сердце вроде вот так вот кто-то сжал. Все внутренности у меня сжались. И ком это самое в горло подступил. Я даже ужинать не могла. Вот так вот мне было как-то плохо. Ну, каждый день его грызу, говорю, давай уедем. Вот уже будет мир, вот уже будет хорошо. Ну, вот так вот и сидим. Ни людей, никого, ничего. И одна война, и когда это кончится, я не знаю. Ну, хоть какая-то надежда, вот вроде ж переговоры там какие-то, может, что-то уладится, я не знаю. Мы хотим мира. Всегда расслаблены уже. Мы живем как уже, ну, привыкли к этому. В подвалах не прятались, сразу говорю. Бьет оно, знаете, куда попадет, туда и попадет, как говорится. Везде достанет. Куда вы езжете, кому нужно, как говорится. Свое и свое. Мы живем, а существуем. Ну, жить-то надо дальше продолжать. Не убило так, дай бог, хоть жизнь дал. Дальше продолжать жить. Ну, надо жить как-то. Я тут буду. Дай я только пройду. Открываю. Я тебе сказала, что я не пойду никуда. Сосед ходит, берет мне обед в 2 часа дня. Я тогда делю его на ужин и на обед, потому что я сейчас вот включила печку, не могу. Чайник ставлю, у меня руки и что-то трусится, все на свете, ни силы нету, ничего, сердце хватает. Просто не могу. Когда уже только это кончится, уже сил нет. Мне страшно стало, я зашла у сарай, а там ямочка оказалась. И оно что-то хрустнуло, и я закричала, больше не могла ни встать, нигде ничего. Меня соседи на коляске водили, на инвалидной, и я рачки лазила там. На крыльцо и кругом. Если бы не соседи, я бы не знала, что сделать. Я воды не принесу даже. С этой стороны линия огня, с той стороны мертвая зона. И вокруг дома у меня 34 воронки. Так, прочисти, говорите, ложи у меня гроб и туда закапывай. И я осталась без ничего. Без дома, без хозяйства, без семьи, без ничего.
інформація, що роботи сьогодні снайпер. Будемо акуратні. От за неділю повністю танковим огнем розвалили повністю дом культури. Та я говорю, опять же, позиції не було, не знаю. От, валять просто всі здання, які видять. Работав сразу по музикальній школі, як ви бачили рядом. Є ще трьохетажка стоїть. То перші обстріли були по трьохетажці. Не стріляв по церкві. Думали, що віруючий, може, знаєте, то не стріляє. А потім через пару днів почав церкву розбирати. Він виїхав, стріляв і заховався з заводів. Він там нікаються вони. Пересуваємося тільки по окопах, бо у наших ворогів дуже часто працюють, по-перше, снайпери, стріляють, тому навіть пересуваючись по окопу, краще максимально присідати, щоб не наражатись на небезпеку. Стріляють нам тут з усього, і важке озброєння, і, в принципі, вже бачили тут все. Я би вас трошки, щоб ви зайшли, бо щось трошки стріляють, да, то, ну, знаєте, невідомо, хто там в них працює зараз, то і снайпери можуть бути, то стріляють вони дуже влучно. Коли перемір'я, режим тиші, оголошено, все. От в ті моменти, в принципі, це для нас сигнал. Якщо вони виходять і просять, що режим тиші, настільки-то, да, в принципі, краще трошки попригинатися, то це значить, що десь, ну, скоро, дуже скоро буде обстріл. Перше, щоб то закінчилось, вигнати їх вже звідси і нормально всім повернутися додому. П'ять метрів, Міш. Все, побігли. Глазом даже видно отсюда, как они бегают. А когда вооруженный глаз, не видно, когда они бегают. Когда они уже нас, так сказать, доводят до точки кипения, да, но приходится отвечать и успокаивать их. Иногда бои у нас идут до полчаса, иногда даже часами идут. Ну, звідки там пішло. Дуже низько пригинатися зараз. Та як я повторяти зимой. От як ви тільки що чули, незаконні бандформування тільки що відкрили по нам вогонь. Зараз трошки перечекаємо і продовжимо наш рухати. Чути гуп сильний. Вистріли після того. О, тяжкий вихід. Тяжова куля, як вихід. Воздух розрізає. Я послухаю, куди стріляє. ГП-25. По-перше. Все, йдемо. Ви за мною зразу. 5 метрів між нами відстань. Готові? Так. Я готов. Перший, другий прийом. На прийомі перший. Готові працювати? Перший і другий, готовий? Давай. Подавили вогнем з дозволеної зброї АГС-17. Даємо відсіч. Тяжело объяснить просто. Человека, который не видел этого, не знает, что это такое, и не ощущал никогда, да, тяжело объяснить, что на твоей земле, независимо, Донбасс это, не Донбасс, пришел враг, да, и как настоящий казак, украинец, и настоящий мужчина, да, он должен свою землю защитить в первую очередь. Випущено близько більше 30 снарядів з гармати Д-30. Тому є нові руйнування жилих будинків. Хоча тут на даний момент вже можна сказати, що немає цілих будинків.
Это для красоты. Это для вентиляции. Это ж одна мина, вот тут видно просто вот так кружочек, вот травка многолетняя не выросла. А вторая, буквально через 2 метра вот там на дороге. Это ж туда сколько жужжалки все соседи сыпали. Ну, засыпали, сейчас и следа нету. А забор зато вот так бы не увидел никто его. Вообще, это я сплю, когда так обстреливают. Ну, так. Вот. А то проснулся, так хорошо гахнуло. Я там и 2 месяца и спала даже в подвале, там у меня и постель. Ну, и меня иногда тут спать хочется, а найди сюда. Когда я шел в армию в 19 лет, я знал, что в 22 я приду домой. А до смерти, как до Киева на карачках, как говорят. Да, все мы в молодости как. Да, когда-то начхать. А когда тебе 70, как-то уже и 3 года. 3 года я уже потерял с этой войной. Мы хотим мира, а мира до сих пор нет. И хоть куда, никуда не денешься. Ну, везде война. Зайшли щось м'ялкою, стіна була. Взяли лопату, відсунули, а він звідти вийшов. Від стіна. Прямо в стіні сидів. Може, чердака упало вниз, я не знаю. Ну, видно, кошка привела. То є життя після розрухи йде. Раз же день защити дітей, ми спасли котика, то буде він далі жити. Щось придумає. Сімік точно. Ну, хай буде сімік. Все выехали, то Первомайки, у кого родственники были, не выехали. Вот где, например, вот соседи, например, в Харков, вот против нас, они в Харкове, половина в Одессе, половина, ну все куда могли. Началось, он сказал, я никуда не уеду, вот тут брат его тут живет, вот там, это он сказал, я никуда не поеду. Ну, я не стала, где он, я же его не брошу, как поеду, хотя братья, сестры, мамаши. На квартиру мамаши, никому не нужны старые. Ты едешь, ну, неделю поощришь, а на второй неделе скажешь. А так у нас родственников нету, куда мы поедем с этим, ну, у нас вообще куда, никого там за нету. За нашу пенсию далеко не уедешь. Нормальный поселок был, а сейчас, видите. Мы 40 лет прожили в Украине, ну, куда я поеду, у всех своя семья, чего я там буду делать? Ни за что никуда не поеду. Все. Это мой дом. Просто и там нигде не знают, как мы живем. Чем мы провинились, я не знаю. Что такого в жизни никому всегда помогала всем. А теперь вот видите так. Просто обидно. Везде кругом мир, везде, хоть вот через это идти, там хоть Первомайка, Измайловка, там на Водине люди тоже в свете живут нормально, стирают, и все нормально. А мы вообще не знаем. Все разбито, ни окон, ни дверей, ничего нет. Ну кто знал, что такое будет? Вот огород, цветочки сажаем, вот смотрите. Потому что что-то надо же делать. Он спахал картошку, там, кукуруза такое. Конечно, а чем-то заниматься, ну что. Просто мы хотим уже мира никак. Все хотят мира. Да. Кошек, вот. Собак кормим. Огород, вот я цветы начала садить, семена посадила. Вон, смотрите, огород прополола, посадила, просто чтобы для себя, чтобы как-то жить. Жить и не тужить. Это у нас, видите? О, видите, что тут? Двери, все побито. В доме ничего так прибрала, посуду помыла, а что, ничего не делаем, все. Все такое, вот, смотрите. Как было, так и есть. Здесь не единственные холодильники валялись, они там моторы не было на них. Ну там в 2014-2015 году столько этих было мышей. Мы не знали даже, что делать. Вот туда продукты слаживали.
стреляют. Они же не знают, где мы живем. Так что мы никого не виним, просто хотим мира, чтобы было. Вот они цветут, нарциссы, тюльпаны. Хоть когда-нибудь настанет этот мир, скажите, пожалуйста. С начала войны очень много собак было. Штук, наверное, 20, и кошек там не сосчитать. Он такой, даже 80. Вот пушистый такой. Мурчик, мурчик, мурчик. Вот нельзя. Побежает, кнопка бежает. С кнопкой играет. То глаз как-то поцарапал. Нельзя. Туда вот. Туда не ходим, боимся, мало ли что там. Дальше не продолжаем. Это просто, чтобы мало ли что-то попадет. Вот было недавно, сгорело, чего не знаю. Тут вот такая джунгля была. Кабачки пошли. Ранее же были. Петрушку, укроп, кинзу. Все садим. Лук. Прилетело. Все прилетело. Мины какие-то. Торчали тут. Вон там у соседей, вон еще торчит тоже, он еще не вытащен. Вот он. Вот такие вот у нас огороды как посажали. Солдаты приезжают, которые были тут эти, они как-то там разминировали. Вот такие вон, я выкидывали, ребята даже со двором валяются такие. Вчера или позавчера, может, вчера, дошло. Вон он, видите, маленький, я-то не соображаю, что это лежит. А это что за дегаз? Салам алейкум. Так я думаю, что это. Ты знает, с этого я трону, не дай бог, и она что-нибудь еще возьмет, и это. Можно ее забрать? Это ж осколочно-фугасный, блин. Можно его взять, он может ебать. Так вот я за что? Наконечник сдвинутый. Лучше сапера было на месте, там 50 рам тротила подорвать, вот и все. Потому что он не разорвался. Он-то вышел, но не разорвался. И можно его взять, а может... Не стоит. Не стоит, да? Да. Это ЗУшка. Вот. Хорошо, что-то я бы не заметила бы, но... В 45-м. Вон туда, на ухо. А когда загорелась улица вся, мне пришлось сюда перебираться. Ну, а теперь я осталась вообще на всей улице одна с сыном. Кому я надо? И кто из меня что будет делать? Мне 80. И сын больной. Горела вся эта сторона страшенно. Мне этот... Как он, Сашка... Цивесник кричит: «Баба Соня, что у тебя горит?» Я говорю: «Дрова горят». Может быть, как стреляли, да что-то неразорванное там попало. Как начала она стрелять во все стороны. Он мне кричит: «Баба Соня, уходи! Уходи оттуда! Я за Волгу, за собаку». Там собака была привязана. Так, уже пусть горит. И бегом. А сонный человек больной как? Когда это никто не переживал, тот не поймет. Не поймет, какая боль и что это такое. Мальчик мой любый.
сейчас печку растоплю, сынок. Есть, Катюша, на китайском. Да, да, да. Не бойся, моя хорошая. Катюша. Не бойся, моя маленькая. Я никуда не пойду. И меня никто не заберет никуда. Не бойся, сейчас я растоплю, сейчас что-нибудь приготовлю. Тут внутри, внизу, и как можно сделать, вот какие... Ты воды хочешь, да, попить? Вот. Я сейчас Алёшу постану. У них... Скотину ж побили всю, и корову убила. Вот, и бочка убила, и птицу всю поубивала. Семья была 7 человек. Невестка умерла. Старшего сына жена. Сколько же будет земля эта бедная мучиться? Душа черная у меня, просто не могу. И сил нет уже, и больше терпения. Только Бога прошу, Господи, дай мне терпение, дай мне сил, чтобы все было хорошо, чтобы побыстрее, чтобы я пришла, говорит, хоть у своего подворья с сыном. Пусть, говорит, там какой-то, может, сарай сохранился, в сарае жила. Дай всем здоровья, чтобы Господь всем помогал в счастье, доли хорошей и судьбы хорошей всем. Никто не ходил с ваших родных так, как я хожу. И слезами, чтоб никто не заливался, чтоб только песни пели. И смеялись и все от радости, от счастья, а не от горя.